Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в Инстаграме. «Дорогие друзья, не будем ждать домыслов прессы, я заболел и поэтому вынужден перенести два концерта, в Твери и Рыбинске», — написал Леонтьев. Реклама при этом он отметил, что у него есть мед и малина. 19 марта Леонтьеву исполнилось 70 лет. Ранее пресс-секретарь певца Валерия Леонтьева Татьяна Федоткина опровергла сообщение о том, что артист хочет стать отцом и ищет суррогатную мать.